Событие поистине мирового уровня. Мемориальный комплекс героям Сталинградской битвы включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО сразу по трем культурным параметрам. Это прежде всего шедевр творческого гения человека, уникальная архитектура и связь с событием, оказавшим огромное влияние на мировую историю. То, что символ Волгограда стал кандидатом на включение в список всемирного наследия, событие во многом уникальное. Во-первых, по сравнению с уже состоящими в нем объектами, Мамаев курган самый молодой, ему нет еще и полувека. Во-вторых, ЮНЕСКО еще никогда в своей истории не вносила в перечень военные памятники. Это принципиальная позиция организации. С точки зрения признания мира причины создания этого мемориала, это, конечно, на данный момент крайне важный такой сигнал, да, когда идет сильнейшая ревизия результата Великой Отечественной войны, попытка принизить роль советского народа, да, роль нашего государства в победе во Второй мировой войне. И это признание на сегодняшний момент просто опрокидывает и максимально усиливает позиции нашей страны в этих научных дискуссиях. Люди на Мамаев курган приходят всегда, в любую погоду. И даже сегодня, когда холодно и сильный ветер, когда пантеон славы закрыт на реконструкцию, вечный огонь погашен, здесь есть посетители. Гости из Черкесска и Краснодара. Основной достопримечательности, так я считаю, что Волгограда, это все-таки Мамаев курган. Вот. Поэтому хотелось бы своими глазами увидеть. Волгоград, Мамаев курган, это, конечно, для нас, для русских вообще, для россиян. Это очень исторический такой памятник нашим дедам, прадедам. Вот это, мне кажется, это единственный такой, вот для меня это город такой именно славы, победы, то есть воинской славы. В настоящее время в России 27 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 из них вошли в этот перечень по природным критериям. Озеро Байкал, вулканы Камчатки и другие. 16 по культурным признакам, например, Московский Кремль, Кижи, Соловецкие острова, исторический центр Ярославля. В этот же культурный список с большой долей вероятности попадает и Мамаев курган. Сама возможность включения мемориального комплекса героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде в список всемирного наследия уже большая ответственность. ЮНЕСКО пристально следит за тем, как объекты используются, содержатся и сохраняются. Но в то же время, если Мамаев курган все-таки получит статус объекта всемирного наследия, это, несомненно, будет способствовать развитию туристической отрасли региона в частности и повышению престижа Волгоградской области в целом. Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».